Друзья, всем привет! В обзоре сегодня проект, который называется Vogel. Давайте же разберемся, в чем же его суть. Vogel представляет собой децентрализованную интерактивную порно-студию, основанную Марком Дюпле. Vogel – это развлекательная студия для взрослых, базирующаяся в Лос-Анджелесе, которая производит и распространяет высококачественный контент в формате 4K и 60 FPS. А VR Vogel разрабатывает OjoShift, которая представляет собой инфраструктуру криптовалютной индустрии для взрослых, включающую торговые счета, валютные кошельки, рынки и биржи. Соединяя четыре важные части индустрии развлечений сегодня, OjoShift позволит продавать и покупать товары и услуги, ориентированные на зрение с экономичным и своевременным видением. Vogel стремится изменить то, как люди участвуют в развлекательных развлечениях для взрослых, представив децентрализованную студию Porn Studio в Голливуде с Cryptocurrency Edu Integrated Industries. Vogel стремится применять децентрализованную философию блокчейна в своей бизнес-модели в форме децентрализованного интерактивного зрелого фильма. Vogel стремится внести свой вклад в пространство криптовалют и зрелого сообщества, разработав новую платежную инфраструктуру под названием OjoShift, которая будет специально адаптирована к развлекательному бизнесу для взрослых и потребностям своих клиентов. Как работает данная площадка? Работа этой программы для пользователей, которые присоединились к торговой учетной записи, сможет размещать кнопки оплаты на своем веб-сайте. Одним нажатием кнопки клиенты смогут оплачивать свою собственную криптовалюту. С помощью некоторых дополнительных кликов клиенты могут зарегистрироваться и получить доступ к автоматически созданным кошелькам, которые предоставят клиентам быстрый и простой способ купить криптовалюту, а также совершить оплату любого видео. Чем проще для кого-то совершить покупку, тем более вероятно, что это даст человеку возможность действительно сделать покупку. Монета OGO – экономический токен. При реализации разработки маркеров OGO команда планирует разработать собственную блок-цепочку, но в данный момент решили использовать блокчейн Ethereum со стандартным маркером ERC-223 для выпуска токенов. Поскольку монеты OGO являются маркером ERC-223, его можно хранить в различных кодах шифрования, поддерживающих ERC-223 стандарт. Это делает его более простым в использовании и поможет ему получить признание в сообществе криптовалют. Чтобы увеличить дефицит и гарантировать, что монеты OGO сохраняют ценность, любые монеты OGO, проданные в OGOs и хранящиеся в кошельках, будут сожжены. Взрослая индустрия развлечений – это не только отдельные компании. Это также касается отношений между этими компаниями и их клиентами и поклонниками. Поскольку принятие монеты OGO возрастает, взаимовыгодные отношения будут развиваться с игроками отрасли в обмен на сбыт товаров и услуг в экосистеме. Держатель жетона сможет максимально использовать монеты OGO на веб-сайте партнера. Владельцы токенов могут использовать монету для осуществления платежей. Также, кроме того, владелец токена может получить доступ к скидкам и специальностям, продвигаемым партнерами организации. Vogel планирует провести токен сейл в попытке измерить готовность индустрии развлечений для взрослых перейти в пространство криптовалют. С целью расширения индустрии развлечений для взрослых, пространство криптовалют в предложении не только развивать индустрию развлечений для взрослых и криптовалют. OGO Coin поможет решить любые проблемы анонимности, которые могут возникнуть у пользователей, и облегчит жизнь пользователям, которые участвуют в производстве годного контента. Друзья, это был краткий обзор проекта Vogel. Ссылки я оставлю в описании, по которым вы сможете более подробнее изучить данный проект. А на этом у меня все, а мы с вами увидимся в следующих обзорах. Всем пока!